Всем привет, находимся в BMG Drive. Ну, у нас есть, значит, дальнобойщик Василий, который после трудного рабочего дня возвращается домой на КамАЗе. КамАЗ пустой. Но он так сильно хочет домой поехать, поэтому он не смотрит на ограничение скорости и едет очень быстро. Но он внимательно нужно ни в кого не врезаться. Так, здесь хорошо, все едут кучкой. Так, мы их всех обгоняем и едем дальше. Ускоряемся, хорошо. Такс. Так, там еще куча машин у нас есть. Аккуратно, дальнобойщик Василий. Аккуратненько едет. Главное, ни в кого не врезаться и побыстрее доехать домой. Да, трафик. Трафик такой мощный. Ах ты, черт, врезался. Врезался все-таки наш дальнобойщик Василий в какую-то машинку желтенькую. Ё-моё. Ну, надеюсь, ничего страшного. Ну, чуть-чуть там подмял передок себе. Ладно. Так, останавливаемся, останавливаемся. И попробуем сейчас выехать на трассу. Так, давай сдадим нас... А, нет, у нас, смотри, у нас мост разорвало. Офигеть. Ребята, смотрим. Поломало мостик наш. Да, Василий, Василий, вот зачем ты так сильно спешил? Теперь нам нужно восстанавливать машинку. Ладно, первое восстановление пошло. Так, мы восстановили тачку. И дальнобойщик Василий продолжает движение. Как ни в чем не бывало. Едем. Тихо-тихо, аккуратно-аккуратно. Вася, ты что творишь-то? Так, где у нас... А, вот, все. Вид с первого лица. Дальнобойщик Василий, как видно... у него в кабине есть фотография его любимой девушки, поэтому он очень сильно спешит домой. Так, 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 ты куда выезжаешь? Аккуратно, аккуратно, едем. Конечно, будем ускоряться максимально и стараться не врезаться ни в кого. Оп, 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 оп. Да ты что такое? Ах, какой-то отбойник стоял. И у нас авария. Бедный, бедный дальнобойщик Василий. Да, и еще вырезается у нас машинка, но мы получили серьезный такой ущерб для нашей машинки. Придется опять восстанавливать тачку, а это, ребятушки, конечно же, в реальной бы жизни это деньги, деньги, деньги. Но... У нас по волшебству, нажимаем на одну кнопочку, и машинка готова. Так, давайте едем. Здесь сюда свернем. Чуть-чуть повыше сделаем, так чтобы видно было. Да куда ты едешь? Алло! На Волге какой-то чувак. Но у нас повреждений нет практически, так что поэтому мы едем дальше. До свидания. До свидания. Чувачок, хорошо, что полиции здесь рядышком нет. Продолжаем движение. Ты почему не на своей стороне едешь, а? Алло. Так, давайте притормозимся немножечко, не будем слишком быстро ехать. Чё у нас там с колесом, алло? Повредилось? Да, точно, колесо у нас повредилось, поэтому аккуратненько продолжаем движение. Да, все хорошо, отлично. Так, ну что ж, дальнобойщик Василий, он немножечко в душе каскадер. Поэтому он любит быструю езду. А может быть где-нибудь здесь... А, нет, здесь нельзя сократить дорогу, ладно. Сейчас повернем сюда налево. Так-с, все, поехали. Дальнобойщик Василий в душе немножечко каскадер. Едем. Выезжаем на дорогу.
И увеличиваем нашу скорость. А, кого-то мы уже прижали. Алло, я не вижу. Я не вижу со стороны. Давайте через кабину будем сидеть, смотреть. Все, продолжаем движение. Давайте мы этого обгоним, дурачка. Как там он нам мешает, а? Нет, куда я выехал? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дальнобойщик Василий, алло. Опять тачка у нас повреждена. И мы практически доехали. Доехали домой. Вот наша станция. Поехали дальше. Так, колеса крутятся. Все отлично. Давайте попробуем такие маневры сделаем, потому что наш дальнобойщик Василий, он немножко в душе каскадер, поэтому он хочет немножечко адреналинчик такой получить. Так, давайте ускоримся максимально. Опа, чуть столкновения не было, да? Ё-моё, я тут даже не у машины сталкиваюсь, а сейчас какой-нибудь бордюр заеду, или вот это здание разрушенное. Клонит вправо нас, но дальнобойщик Василий, он как бы знает свой автомобиль, КамАЗ свой, поэтому ничего страшного. Так, проедем. Так, машинки едут, в принципе. Опа, задел, все-таки, смотри. И колеса у нас отлетают мгновенно. Офигеть. Вот так вот дальнобойщик Василий перевернул машинку. Опа, еще один удар, да? Спасибо. А ты куда? Ты что, не смотришь, куда ты едешь? Алло, здесь авария. Авария серьезная. Машина перевернулась. Они вообще, вот эти вот водители странные. Вот этот едет. Куда ты едешь? Смотри. Ты думаешь, тут проедешь? Нифига ты здесь не проедешь, слушай. Так, дальнобойщик Василий все это время не туда ехал, короче, представляешь? Ему в обратную сторону надо ехать, я ему говорю, Василий, ты куда едешь? Нет. Давай. Он, оказывается, хотел покаскадерить немножечко, но мы все-таки едем домой, поэтому нам нужно в другое место ехать. Аккуратно, аккуратно, дядь Василий, дядь Вася. Дядь Вася, аккуратнее, аккуратнее, пожалуйста. Во! Ускоряется наш дальнобойщик Василий. И сейчас... Опа! Авария! Авария, ребята, смотри, мы разбили машинку. Конкретно причем. А ну, едем? Едем, нет? Едет, едет, едет. А что с той машинкой случилось? Давай посмотрим. Ох, нифига, разорвало. Ну, здесь, конечно, есть погибшие. Здесь кто-то, конечно, погиб. Потому что, смотри... Со стороны водителя все разбито. Бедолага. Бедолага. Да, конечно же. Труп у нас есть. Все разбита тачка. А здесь у нас что-то за замес такой. Алло, у нас вторая авария. С нашим дальнобойщиком Василием. Так, а ну-ка, подожди секунду. Так, быстренько восстанавливаемся и едем. Едем дальше. Нет, смотри, они меня зажали, получается, так или что? Да, один едет вперед, другой назад, и мне мешает проехать. Это еще, дурачок, авария вторая. Если даже уже не третья. Ладно, проезжаем дальше. Нам Ой-ой-ой-ой-ой, снесли колесо, что ли? Нет, перевернулись. И у нас бедолага такая, а? Дядь Вася, ты что творишь-то? Алло, давай, возвращайся на дорогу. И поехали аккуратненько домой. Все, едем. Сейчас будем ускоряться. И стараться, конечно же, не врезаться. Тихо. Опа, проехали, нормально. Едем дальше. Немножечко можно притормозить здесь. Оп, 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 аккуратно. Все, скоро сейчас доедем уже домой. Поэтому... Сколько у нас было аварий уже? Наверное, аварий 5, да?
Опа, влобешник. Влобешник, 6-я авария. 7-я, 7 аварий, ребята. Вот это было мощно. Может кто-то еще врежется у нас, а? Нет, вот едет, 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 смотри. Опа. Хорошо. Как мы поцеловали, смотри. Офигеть, вот это будет, а? Еще один заехал. Ёлки-палки, нифига себе. Ну все, дальнобойщик Василий приехал. Вызывайте скорую. То, что уже и полицию надо вызывать. Сколько машин здесь врезалось. Офигеть. Вот это дальнобойщик Василий. Ну что ж, ребята, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Если понравилось про дальнобойщика Василия, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Скоро выйдут новые серии.